Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и в сегодняшнем видео у нас будет опять разговор о двух обновлениях с прошлой недели и с нынешней недели. К сожалению, я не смогла снять видео об обновлении на прошлой неделе, да и в принципе оно было бы слишком коротким, потому что по сути обновилось всего лишь две вещи. Нам обновили всю Эпону, абсолютно всю, то есть Ярлхейм, Пустоши, Село Урожайное в целом, и поэтому, наконец-то, те, у кого доступны самые крутые, по сути, районы, которые открываются аж на 18 и 19 уровне у кого как, теперь могут насладиться также новыми модельками. Ну, как всегда, разработчики обновили все, кроме зданий. Поэтому я лично очень жду, чтобы они обновили ферму Дью, которая просто шикарно выглядит, как именно конная какая-то академия. Я надеюсь, когда-нибудь они ее обновят или сделают ее рабочей, чтобы там можно было жить. Это лично моя мечта, ну и не только моя. И добавили такую функцию, что... Ну, не функцию, в общем, по прошлому обновлению вы помните, что была девочка Синдра. Задания были связаны с Джеймсом, с его штрафами, все такое, все прочее. И так вот, эта девочка, они ее назначили лошадиным мэром как-то так, и теперь скачки, которые всегда раньше были у Джеймса Фортпинта, вы теперь берете у Синдры. Это... Все, что касается прошлого обновления. На этой неделе же у нас добавили еще трех андалузских лошадей. Почему раньше, когда нас бы выпускали других лошадей, нам приходилось ждать чуть ли не несколько месяцев, прежде чем добавят следующих мастей? Но, тем не менее, в общем, перейдем к новым мастям. Здесь у нас стоят все те же андалузы, рыжий и светло-серый. Значит, вот первый. Нам добавили матового вороного. Я не знаю, как вам, но мне он чем-то напоминает... Да, здравствуйте. Кто-то подошел, вечно в кадр ко мне все лезут. Он мне напоминает чем-то Фриза. Не знаю почему, но в общем он очень классный, я, возможно, его куплю. Точнее, нет, я его куплю, но не знаю точно когда. И я ему точно сделаю шишечки. Да, здравствуйте. Мы тут дебят, надо типа поздороваться. Так, потом нам добавили вот такую вот масть... бежевая, но с такой гривой, которая вроде как... Ну, ребят, вы знаете, в мастях я вообще по названиям полный ноль, в принципе, кроме стандартных мастей, и то иногда могу ошибаться. Так что добавлю такую вот лапочку, она мне лично напоминает какую-то лошадь из сказки а-ля про Конька-Горбунка, где там как раз в полях бегала кобыла, именно вот что-то типа этого. И нам вот добавили третий, получается, андалуз. Он коричневый. Он коричневый матовый. И он мне тоже очень нравится. И вообще, я никогда не перестаю удивляться тому, как разработчики добавляют новые модели. Потому что буквально год назад уже, насколько я помню, мы все считали, ну, в моем клубе, по крайней мере, все считали, что Ганаверы самые крутые лошади, которые стоят 890, но и были дороже. И мы считали, что это самая крутая моделька, но спустя год есть андалузы, лузитаны и все остальные, которые... И ахалтикинцы, которые вот просто... Я не понимаю, как разработчики с каждым годом умудряются добавлять все более и более крутых конях. Просто... Я никогда не думала, что у меня будет 50 с фигом конях в конюшне. Потому что, ну, в принципе, я не думала столько тратить на них СК. Я когда-то думала, что у меня будет 30 лошадей, и все. Но нет, у меня даже до сих пор все хотелки, которые у меня были еще 2 года назад, до сих пор не исполнены, а это около 10 лошадей. А хотелки-то не исполняются, потому что новых добавляют, и новых тоже хочется покупать. Так что вот так вот надо вечно рассчитывать, каких лошадей покупать, каких нет. Ну, вот таких вот красавцев нам добавили. Вот, очень классные лошади. Я точно куплю Воронова, Гнедова, возможно, но пока еще точно не знаю. Так, что еще же у нас в этом обновлении? Да, магазинчик в честь открытия дня
в честь Дня открытых дверей, которые находятся в конюшне Юрвика, будет еще неделю, поэтому если вы любите амуницию или вещи в стиле барокко, срочно бегите туда на всех своих копытных друзьях и покупайте, 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 потому что через недельку это все уберут. Да, так что у вас еще есть время, так что нужно срочно спешить, срочно все скупать. А на следующей неделе нас ждет что-то очень непонятное, потому что я даже прочитала анонс и сама не понимаю, что нас будет ждать. Там инструктор друидов в горном загоне, который, вы как помните, учит нас находить звездокровных лошадей, заскучал, и, возможно, если у людей будет повод навестить его, то он повеселеет. Так что, возможно, у нас будет очередное какое-то задание с поиском звездокровных или с повышением, скажем так, наших магических умений. Ничего не понятно, просто ждем следующей недели и смотрим, что же там будет. Так что в этом обновлении все, в таком коротеньком видео. Всем хорошего дня, вечера или утра, неважно, когда вы смотрите это видео. С вами была я, Донали, и моя лошадь на сегодня – Английская тайна. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также их угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам!